пришли на экскурсию с мужем в музей Николы Теслы. И посмотрите, что я увидела. Сейчас это уже, конечно, принт, ну, распечатанный какой-то, да, какая-то афиша. Но когда-то кто-то это нарисовал вручную. Здесь прям видно движение пера, толщина штриховки. Посмотрите, как много деталей, как круто работает тональность, да, здесь. Там, где темнее, ну, плотнее штриховка, у нас прям более темные участки. Там, где светлее штриховка, более редкая, там у нас более светлые участки. Все это вдруг между собой контрастирует и собирается вот в такую работу. Так вроде даже непонятно, что это все поштриховано. Но если вы приблизитесь, вы увидите прям каждую детальку, каждую клеточку, каждую полосочку. Вы только представьте, это помимо того, что здесь фон такой, ну, прям проработанный, здесь еще вот настолько проработаны детали. Здесь люди, архитектура. Посмотрите, как все проштриховано. Деревья, на минуточку, корабли. Ну, в общем, я в восторге. Это, конечно, высший пилотаж. Создавать такие полномасштабные графические панно. Вот посмотрите, как это просто. Это все полосочки, клеточки, кирпичики, штриховочки. Вот так вот раньше рисовали, представляете? Обалдеть. Моя любимая графика во всей своей красе. Просто восторг. Невозможно оторваться. Хожу, разглядываю каждую детальку. Еще раз отойду, чтобы вы посмотрели, как все выглядит издалека. Это большая общая картинка. И как все выглядит детально. Вот прям каждый элемент человечек. Просто восторг.